дорогие друзья. Меня зовут Колесников Евгений, Академия трейдинга и инвестиций. Сегодня представляю вашему вниманию торговую идею по валютной паре фунт-иена. Беспокойство по поводу выхода Великобритании из ЕС нарастает. В пятницу руководитель европейской страны заявил, что переходного периода как такового так может и не быть. В общем, участники переговоров на прошлой неделе сделали шаг назад и затмили ястребиные заявления председателя Банка Англии, таким образом огорчив настроение быков. На этой неделе в Великобритании выйдут данные по инфляции и розничным продажам. Они выйдут в 12:30 по московскому времени. Данные выйдут, получается, уже завтра. Вот 12:30, индекс потребительских цен. Помимо этого, на этой неделе также ожидаются данные по ВВП Японии. Они выйдут в 2:50 по московскому времени, среда, 14 февраля. И вообще сейчас японская иена показывает положительную динамику, опять же, на фоне падения фондовых рынков, фондовых индексов и притока капитала в валюты убежища. А как вы знаете, валюты убежища, одна из главных валют убежищ – это японская иена. Сейчас очень сильная поддержка японской валюты идет. Давайте посмотрим график со стороны технического анализа. Я вам сейчас все более подробно расскажу. График фунт-иена, таймфрейм D1, пятиволновая структура на продажу сформирована уже, пятая точка сформирована, и уже рекомендую открывать короткие позиции в области 2 и дальнейшее нисходящее движение брать, тейк-профит устанавливая на отметке в области 3. Стоп-лосс размещаем над пятой точкой в области 1. Все просто, хорошая торговая идея, опять же, плохие негативные данные из Британии и отличная, просто шикарнейшая положительная динамика от иены. Все это способствует как раз таки нисходящему движению этой валютной пары. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал Академии трейдинга и инвестиций, ставьте лайки, задавайте вопросы, с радостью на них отвечу. Всем отличных трейдов, до встречи в следующих обзорах. Здесь, вот здесь, они вот сюда, именно.